займу чуть-чуть вашего времени. 24 июля 2017 года в городе Ульяновске сотрудниками полиции был задержан мой сын Жарков Никита Алексеевич, 1993 года, спортсмен, без вредных привычек, отслужил в спецназе ГРУ. Его пытали и убили несколько часов. Когда полицейские решили, что они его убили, подвезли под дом, имитируя суицид. Мой сын ожил. Свидетели видели. Вызвали скорую помощь. Со скорой помощи позвонили, соответственно, в полицию. Тем же самым полицейским. Полицейские подъехали, начали убивать его. Люди слышали нечеловеческие крики моего сына, приглушенные голоса мужчин. Подъехавшая скорая помощь не дала второй раз убить моего сына. Его доставили в БСМП, в больницу скорой медицинской помощи, где дежурный врач, удалив младший медицинский персонал, остался возле моего сына с полицейскими. После этого его задушили. И вот 4 месяца я прилагаю максимум усилий для того, чтобы система заработала. У нас там коррумпировано все, дальше некуда. Это не слова, это наша жизнь. Поэтому я обращаюсь к вам, к тем, кто будет вести переговоры, выставлять единого кандидата. Отступать тоже некуда.